Формирование современной комфортной городской среды – муниципальная программа, которая реализуется в Люберецком городском округе. В ее рамках идет комплексное благоустройство дворовых территорий. Преображается двор по адресу Октябрьский проспект, 341. В этом убедилась съемочная группа нашего телеканала. Комплексное благоустройство затрагивает двор целиком. В плане предстоящих работ – монтаж детской игровой площадки размером 20 квадратных метров, ремонт и замена асфальтобетонного покрытия на площади 200 квадратных метров и прокладка пешеходных троп. Часть задач уже выполнена. Установка дорожного бортового камня, основание под площадку готово и идет работы по подготовке к асфальтированию. Местные мальчишки – первые, кто оценил благоустройство. Живут здесь, учатся недалеко, во дворе целый день. Оттачивают навыки езды на самокате. На вопрос исполняющего обязанности главы Владимира Волкова о ремонте отвечают – нравится. Самое главное, что те проблемы, на которые обращали внимание жители, а в данном месте фактически всегда стояла лужа, эта проблема после укладки асфальта будет решена, так как идет разуклонка, так называемая, вода отводится в определенное место, и двор должен быть сухим. В этом дворе монтаж детской площадки начнется 23 августа. В дальнейшем на столбах уличного освещения лампы заменят на светодиодные и установят две дополнительные опоры. Также будет разбит газон. Осенью запланирована посадка 200 саженцев кустарников и деревьев. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.